В нашей прошлой программе мы представили вам первую группу участниц конкурса. Сегодня познакомим вас с остальными претендентками на главные титулы. Ева Скворцова, 6 лет. Умная и целеустремленная, занимается спортом, изучает иностранные языки, мечтает отправиться в путешествие по Европе. Добрая, отзывчивая девочка, она обожает животных, любит рисовать, сама придумывает своим куклам наряды, ну а в будущем мечтает стать известным модельером. Алина Подзолкина, 8 лет, ученица 2 класса школы номер 62. Занимается художественной гимнастикой, акробатикой и танцами. Очень любит домашних животных. В свободное время любит читать и рисовать. В будущем мечтает стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Маша Диденко, 12 лет, ученица 91 школы. Маша любит рисовать и слушать музыку. В свободное время гуляет с друзьями. Когда вырастет и станет взрослой, мечтает стать дизайнером одежды. Лиза Тихомирова, 11 лет, ученица 5 класса. Активно изучает английский язык, увлекается танцами, любит путешествовать с семьей на автомобиле. Прошлым летом с большим удовольствием проехала на автомобиле более 3000 километров по Украине и Беларуси. Мечтает вот так же отправиться в автопутешествие по Европе. В имидж-центре Лиза занимается уже 2 года, участвовала во многих всеукраинских и международных конкурсах и добилась престижных титулов и побед. Каждое ее достижение помогает ей стать более целеустремленной и уверенной в себе. Надеется, что это только первые ступеньки в будущее для создания успешной карьеры модели. Ангелина Голубченко, ученица 4 класса классического лицея. Занимается вокалом, играет на сопилке и бандуре. Изучает французский и английский языки. Мечтает посетить Париж с мамой и бабушкой. Очень любит свою семью и свою маленькую собачку по кличке Клод. Злата Проровская, 7 лет, ученица 1 класса Запорожского классического лицея. Обучается игре на саксофоне и вокалу. Любит петь украинские народные песни, ведет активный образ жизни, обожает кататься на роликах. С 3 лет занимается в студии эстрадно-спортивного танца «Белоснежка». А также занимается акробатикой и любит выступать на сцене. Обожает рисовать картины, делать своими руками украшения и дарить их тем, кого она любит. Когда Злата вырастет, хочет стать доктором, делающих женщин красивыми. Диана Бредихина, 11 лет, ученица 5 класса 103 школы. Изучает английский и немецкий языки. В модельной школе Диана учится 2 год, принимала участие в конкурсе «Мини-мисс Запорожье» 2013 и 2012 года, где была награждена титулом «Юная модель» и «Вторая вице-мини-мисс». Также принимала участие в конкурсе «Мини-модель». Ее мечта – стать профессиональной моделью и посетить мир высокой моды в Париже. Партнер конкурса – свадебный салон «Пани Лиза». Это салон не только свадебных платьев. Широкий выбор вечерних и коктейльных нарядов, карнавальных костюмов, которые вы можете купить или взять на прокат, а также обувь, украшения и все атрибуты для торжественных событий и праздников. В «Пани Лиза» вы найдете роскошное платье как для взрослых невест, так и для юных принцесс. Размерный ряд также не ограничивается модельными параметрами. Да и ценовая политика вас наверняка приятно удивит. Праздник с салоном «Пани Лиза» будет для вас незабываемым. Шикарные модели по адекватным ценам. Салон «Пани Лиза», торговый центр «Большой базар» по улице Жуковского, 32. Ну а мы от имени организаторов приглашаем всех 8 июня в 15 часов прийти поддержать участниц конкурса и насладиться потрясающей атмосферой ресторана «Порто Рива».